На самом деле, если заглянуть в директ мой в Инстаграме, то очень много людей пишут о том, что ты сыграла замечательную роль, ты такая великолепная актриса, и очень много именно людей, достаточно много, думают, что это я действительно, Скарлетт Йоханссон, то есть это ее реальные соцсети. Confounding millions across the world, social media sensation Kate has been gaining millions of followers due to her uncanny likeness to Hollywood A-lister Scarlett Johansson. Впервые мне было лет 12, я училась в школе, я стояла на перемене, и ко мне подбегает моя одноклассница и говорит: Катя, посмотри, ты очень сильно похожа на Скарлетт Йоханссон в детстве. Меня зовут Шумская Екатерина. До недавнего времени я была менеджером отдела продаж. Сегодня, на данный момент, я блогер, тиктокер. В принципе, этого достаточно. When Kate first began posting on TikTok, she never expected the traction she'd gain. And she instantly went viral as soon as she posted her first video dressed as Black Widow. Черную вдову, люди прям вау, класс, поразительно. Мне на следующий день показывали на новостях. Это Аня, это мой контент-мейкер. Сказать о том, что нас люди путают, нет, такого нет, потому что все в России адекватно прекрасно понимают, что Скарлетт Йоханссон не приедет в русскую глубинку для того, чтобы походить по местным улицам и зайти в магазин и что-то купить. Сегодня я примеряю образ Черной вдовы, потому что обычно, когда у меня какая-то новая цифра в TikTok, я их благодарю именно в образе Черной вдовы за то, что они на меня подписались. Ой, я очень много трачу времени. Бывает от часа до 2,5. Прям старалась, смотрела видеоролики, обзоры, чтобы там правильно поставить мушку, чтобы правильно сделать скулы. Многие визажисты мне рассказывают, где что у нее как находится. Ну, как бы общие черты, они присутствуют, но очень много... Мы не близняшки. Despite never claiming to be Scarlett Johansson, many people across the world are so convinced by the similarity that they think she's the real deal. На самом деле, если заглянуть в директ мой в Инстаграме, то очень много людей пишут о том, что ты сыграла замечательную роль, ты такая великолепная актриса, и очень много именно людей, достаточно много, думают, что это я действительно Скарлетт Йоханссон, то есть это ее реальные соцсети. Это видео, видео в TikTok не снимается за 15 секунд. Ты не дурачишься. Но это замечательная возможность иметь 8 миллионов друзей в социальных сетях. У меня друзья по всему миру. И я думаю, мало кто может этим похвастаться. Я это делаю, потому что это нравится людям, и мне нравится то, что это им нравится. Наверное, это такой взаимообмен. Поэтому я делаю это только исключительно из этих соображений. Доволен ты сегодняшней нагрузкой? Да, конечно. 8 миллионов – это счастье. Для меня это да, конечно. Это традиционное видео, которым я радую обычно своих. Это, да, это традиция, это прикольно. Мне нравится. Вы бы хотели встретить Скарлетт Йоханссон? Конечно. Я бы хотела больше посмотреть на ее реакцию, что она скажет. И интересно вообще, в принципе, интересно, знает ли она обо мне или нет. Потому что мне это очень интересно. Не знаю, как остальным людям, но мне действительно интересно, знает ли она обо мне.